Всем привет! С вами одесситка из Швейцарии, и я рада вас видеть снова на моем канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, а также новостями из Швейцарии. Кто еще не подписался на мой канал, может сделать это прямо сейчас, а сегодня мы отмечаем Муттертаг, День матери в Швейцарии. Расскажу вам немножечко об этой традиции, ну и заодно покажу, как мы отметили его в семье, как мои дети меня поздравили. Интересна эта тема? Поехали вместе со мной! Спасибо большое. Спасибо тебе. С днем матери. Владюнечка, спасибо, дорогой. Ну, а на вечер дети пригласили меня на стрит-фуд-фестиваль, который проходит недалеко от нашего дома в городе Атисвиль. Господи. Боже, посмотрите, сын посидел. Что это такое? Это наше семейное такое. Брат тоже у меня так рано посидел. Это ж расписание. Когда они в Берне, Лозанн, Люцерн. О, Лангенталь будет, смотри. В сентябре. Расписание. Волтыни, Баден. Окей. Смотри, как сделали контейнера.
можно тут сидеть, отдыхать. Значит, здесь очень много фабрик заброшенных, которые разрисовали. И здесь проводят разные дискотеки. Что здесь еще? Арт. Дискотеки вот там. Дискотеки. Что они хотят построить это, гондоли, отсюда до Саватурна. Да ты что? Да, вот оттуда сверху. И тут квартиры сейчас строят вот даже. Да ты что? Да, хотят сделать. Первый раз. Так, смотрите, что у нас здесь? Киноа Генюзе. Оказывается, эту подвесную дорогу, которую планировали сделать на Салатурн, ее уже за нее не проголосовали, так как это будет создавать тень, и из-за этого отказались от этого проекта. Один раз. Текс-мет. Мексиканская еда. А давай смотреть, что здесь. Угу. Ага, чили кон карне с рисом. Смотри, что тут. Кюри из чечевицы, из овощей, из курочки, из баранины, креветочная. Пробная порция 7 франков. Вот, видишь, как оно выглядит? Ага, это пакистанская кухня оказалась, да? Так, это перуанская кухня. Здесь идут салаты, лапша, рис. Тоже что-то в лаваш завернуто. Рис, was hast du genommen? Фиш. Севиче, eingelegte Fisch. Ага, маринованное. Ja, aber nicht gekocht, nur eingelegt. Darf ich diese probieren? Ja. Это какой-то... Was ist das? Египетская. Египетская еда. Тоже разная. Шаурма в основном. Ага, здесь уже есть варианты лепешки и бургеры. Южная Африка. Бобочака бургер. Боже, как все интересно. Итальянские пирожки. Посмотрите, какие красивые машинки. Стритфуд машинки. Бургер и картошка фри. Ага, все уже распродано, уже скоро закрываются. И вот так здесь можно сидеть и кушать. Мои красавцы. Вкусно? Вкусно? Это китайские типа пельмени из свинины и из овощей. Здесь еще концерт. Греческая кухня. Так, здесь разные сладости. Тут замороженный йогурт. Господи, там еще огромный зал. Гурманский хот-дог. Раклет даже есть. Тигуана, чили. Такосы, мексиканские специалитеты. Ага, здесь есть начос. И смотрите, они разноцветные. Есть фиолетовые, синие. Так, это чурос испанские. Посыпаются сахарные пудры и дается шоколад горячий. Боже, какие классные машинки, вообще потрясающие. Смотрите на это. So schön, dieser Auto, ja? Так, здесь у нас идут тоже кукуруза. А, вот такая штука, кукурузная. Он в эту дырку наполняет либо авокадо, наполнитель такой, крем. Как трубочка кукурузная. Это у нас что? Тоже какая-то тибетская кухня. Вот. Это черное. Боже, смотрите, черное мороженое, фиолетовое, красное, голубое.
шоколадное мороженое. Вау! Как я говорю, у вас есть шоколад в шоколаде. Шоколадное мороженое в шоколаде. Так, что здесь у нас идет? Тоже необычная, да? Африканская еда. Вау! С рыба, рис жареный. Вау, вообще первый раз такое вижу. Даже непонятно, что это. Так, это тоже такие, как блинчики. Ага, слоеные, заворачиваются мясо. Курочка с салатом, мясо, вегетарианский и шоколад с бананом. Здесь вок, меню, вок-бокс. Можно себе намешать. Здесь опять что-то сладенькое, как горячий шоколад с разными наполнителями, как вафли. Угу. Боже, очередь огромная. Это индийская кухня. Ага, вот еще аргентинские пирожки. Разные. Одна штучка 4,50, три штучки 12. А это у нас индийская кухня. Кёри из чечевицы, курица кёри и баранина. Вау! И здесь идет самоса. Такие слоеного теста пирожки. Пирожки, как из слоеного теста внутри. Ну, есть фруктовый салат. Это, скорее всего, похоже на тайскую еду. Тоже все по 10, 12, 15 франков. Это чипсы картофельные. Сами делают вручную. Чипсы будут. Вау, смотрите, какая красота! Так. Нахер. Вау. Кул, а? Женя, видела, сколько еды новой? Так, австралийская еда, Австралия. Кенгуру. Сэндвич из мяса кенгуру. А также разные говядина с сыром. Так, здесь у нас идет тоже куриные такие штучки во фритюре. Все из курицы. Разные соусы на выбор. Так, здесь мы пропустили вафельное мороженое. Боже, там тоже еще огромное место. Ужас. Пока все обойдешь, уже забыл, что где видел. Ага, это суши. Вау, посмотри, какой выбор, колоссальный. Вау, огромные какие. Боже, это мы сейчас уже в каком-то подземелье какой-то фабрики заброшенной. И сейчас мы выходим, и тут еще одна площадь. Боже мой! Я столько выбора еще не видела, чтобы именно столько стран было представлено. Так, вон Бангкок я уже вижу впереди. Смотрите. Так, я тут обожаю уточка, хрустящая свининка, хрустящий животик. Вот еще есть с овощами, лапша. Ты говоришь, они до 8. Угу. Так, здесь фламкухен и кюри-вурст, сосиски кюри. Типичная эльзасская кухня, немецкая. Здесь тоже гриль-сэндвич. Вау, смотрите, какая красота. А здесь у нас идут тоже какие-то бургеры. Это напитки, джин-тоники. Очень молодежь любит у нас. Так, а что здесь? Ага, типа шашлыка, 15 франков, сальса, вот смотрите, шашлычок, тропическая еда. Угу, кстати, бананы какие и батат, сладкий картофель. Вау, жареные бананы. Опять пошли блинчики, впереди маленькие донаты,
А здесь кухня Тибета. Ага, тоже идут типа наших манты на пару. Пароварки стоят. Тоже, видишь, манты похожи на... Видишь, манты. Так, здесь у нас идет мексиканские такос. И напитки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, вот еще очередь стоит сюда. А это донер бокс. Здесь также есть еще чивапшин. Это балканская кухня. Так. Везде есть пробная порция за 7 франков. А так стоит 14-12 франков за нормальную порцию. И вот так вот оно выглядит. Чивапши. Это такие вот из фарша сделанные колбаски, закрытые питой. А здесь такая отбивная. Здесь тоже похоже что-то на Китай. А, Вьетнам. Креветки, спринг-роллы. И разные кюри. Возьмем Жене попробовать. Ван. Так, возьмем еще остренький соус. И сладенький соус. Так, Женя, держи. Берешь прямо рукой, макаешь и ешь. Так, ну-ка, 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 пробуй. Они вегетарианские, только овощи. Вкусно? Хрустящее тесто, фила. Угу. Это ночи из рисовой муки сделанные. Вау! Вот такой вот классный шашлычок. 15 франков из говядины. Филин данг. Жареная уточка хрустящая с лапшой. Кать, покажи свой, что это. Просто хот-дог. Груз из Тихуана. Тихуана. Чай. Халпфлайш. 24 Stunden in Cider mariniert und dann im Smoker in 24 Stunden. Вау! Замаринованная телятина 24 часа, а потом еще и подкопченная. С курицей? Mm-hmm. Какая это кухня? Американская, конечно. Да? А что, ты не хотел кенгуру? Женя, как тебе хрустящая уточка? Скажи, аж тает во рту. И соус мы взяли сладко... перченый. Смотри, разные суши, роллы. Теперь мы взяли на пробу очень классные, огромные суши и этот ролл с угрем. Пробуй, Женя. А теперь пробуем креветки. Вау, классные, да, тигровые? В темпуре. Очень тоже большие. Значит, когда берешь напиток, он стоит 4 франка, но ты платишь 6 и дают тебе еще такой жетон. И когда ты его вернешь, пластиковую бутылку нужно сдать обратно, и ты получишь 2 франка назад. А это что? Курица. Курица? Супер, можно попробуем? Я уже объелась. Очень хорошо. Очень классно, обвелись буквально разные блюда мира. Биат взял попробовать рис с креветками из Пакистана. Ничего особенного не было в соусе. А это что? Азия. Азия. Не видно. На, Женя, пробуй, что это за вкуснятина такая. Черная, к сожалению, закончилась. Что за вкус? Очень вкусно. На вкус? Да, вот это сладенькое, нельзя сказать, что это какое-то ярковое. Это тутти-фрутти. Мягкое мороженое, похоже на тутти-фрутти, как конфетное. Ну что, объелись, идем домой. Конечно же, не хватало украинской кухни. Вареничков, да, Женя? Борщика. Надеюсь, в следующем году исправится эта ситуация. Шарик себе купили. Кать, сколько шарик такой стоит? Цень фран. А, гуд. Гейт но. Боже, смотри, какое, Владик, зеркальное отражение. Да? Гладь.
Красота. А там находится гольф-клуб, где я работала. Женя, Женя, задание на следующий год. Делаем тебе фудкор и будешь супчики твои борщи. Да. Так вот отметили мы День матери. Спасибо большое, что посмотрели этот сюжет до конца. Ну, а мы увидимся с вами завтра в не менее интересных сюжетах. Отличного всем дня и прекрасного настроения. Пока-пока. Ничего себе. 1 миллион квадратных метров было. 140 футбольных полей. Ничего себе. Огромное какое. 140 тысяч тонн целлюлозы. И 10 миллионов литр этанол они производили на этой фабрике. Короче, вот история этой местности с 1881 года, когда здесь дерево сплавляли по реке, и с 2018 года открыли это все для жителей, и с 2024 году начинают строительство, и в 2045 будет вот такой вот город новый.